сегодня пришел в отель Винхам. Посмотрим, что там внутри находится. Потом вы тоже увидите, как устроена сеть Винхам. Сегодня в отеле необычайно оживленно. Какая-то конференция проходит. Все с рыжими пакетиками ходят. Надеюсь, мне покажет все, что мы хотим увидеть. Я внутри гостиницы. Сейчас подойдет человек, который покажет мне и расскажет, что здесь внутри есть, какая инфраструктура. Как я уже отмечал, здесь конференция большая. Вот. Ну, пройдемся, посмотрим, что на самом деле здесь есть интересного. Цветная здесь атмосфера. Здесь конференция. Ну, в общем, вот так вот пока. Это бассейн. Здесь на первом этаже находится? Да. Внутренний бассейн здесь на первом этаже, на лобби уровне находится. Угу. Здесь у нас туалет. Угу. Да, вот на Гармонии. Добрый день, как у вас? Все хорошо? Угу. Пожалуйста. Спасибо. Да, для себя отметки делают. Это ресторан, как называется? Туркуаз. Туркуаз. Да. И здесь на сколько человек? 100 посадочных мест, если еще летняя терраса добавить, то 100 квадратов. Ага. Это все задействовано вот это, да? Да. И говорите, самые лучшие завтраки здесь. Ну что ж, нужно проверить. Да, будем рады вас видеть, в принципе. Да. Ресторан опера. Да, ресторан опера. Здесь уже все по а-ля-карту получается. Довольно-таки мило. А это наша кофейня. Вот эти. Угу. Франшиза австралийская получается. Кофе здесь из Австралии прямиком. Очень вкусная. Угу. Здесь сколько квадратов? 35. 35. 35 квадратов, да. У нас здесь таких номеров 77. Вообще, делакс комнат у нас 98. Угу. Но в остальных комнатах нельзя отделить кровать, получается. Она вот неразделяемая. У нас президентский номер, да? Да, это президентский номер. 100 квадратных метров. Есть. Здесь очень, так скажем, да. Да, здесь есть полноценная гостиная. Спальная.
и кухня. Да, здесь очень так. Все, большое спасибо за обзор. Да. Большое. Будем с вами работать. Итак, все, покидаем от великолепный отель. Всего доброго, до свидания, доброго, удачи. Сюда. Посмотрел я гостиницу Windham, отель Windham. Ну, и вы со мной вместе посмотрите, как это все выглядит. В принципе, неплохо. Такая вот территория здесь. Ну вот, до новых обзоров. Всего доброго.